Всем привет! Меня зовут Олеся, и я вам всем рада! Давайте сегодня в этом видео будем смотреть пухляшки и вкусняшки. Смотрите, начнем мы с этой пряжи. Это Папати Ангора от Камгарна, 61 цвет, на 100 грамм 550 метров, 80% акрила и 20% шерсти. Посмотрите, какая у меня радуга. Одного мотка вам хватит, в принципе, на палантин или на шарф. Спицы номер 6. Здесь рекомендую 2-4. Подходит для вязания абсолютно всего. Крючок, спицы, пряжа самодостаточная и не требует сложных узоров. Стирать я вам рекомендую ее только ручной стиркой, без всяких выкручиваний, отжиманий. Сушить обязательно в горизонтальной поверхности, на горизонтальной поверхности. Ой, девчонки, слов моих нет. Далее, вот такой идет цвет. Это 82. Посмотрите, какие переходы душевные. И такая пряжа никого не оставит равнодушными. Так, потом еще есть вот такой моточек счастья. Здесь получается у нас, смотрите, и синий, и бирюза, и голубой, и немножко мятного, и серого, и серебристого. Это цвет 83. Вот этот цвет тоже очень хорош собой, не правда ли? Это номер цвета 81. Смотрите на него. А если вы вяжете крючком, девчонки, вяжите аккуратно, обдуманно, потому что данная пряжа не терпит распусканий. Если в спицах вы еще ее распустите, то есть изделие, да, из данной пряжи, то в крючке вам это будет сделать уже проблематично. И вот такой цвет еще есть. Тут и серебро, и серого немножко, и немножко молочного. 556-01. Такой вот он красавчик. Нака Ангора Люкс Колор. 5 махера, 15 шерсти, 80 премиального акрила. Можно вязать кардиганы, палантины, шали, шарфы, накидки. 150 грамм 810 метров. 2,5 крючок, 3,5-4 спицы. Посмотрите, какие переходы цветов. Вы уже вязали данной пряжей? Что можете сказать? Что можете посоветовать по ней? Цвет 823-58. Далее, посмотрите, тоже цвет такой прям. Такие переходы. Все так, такая крутка нити. У Нака, кстати, тоже много хорошей пряжи, как и у Ализе, но и у других фабрик. Так, это у нас цвет 819-13. Такой вот он. Такие переходики. Это цвет 819-04. Такие они здесь. Потом еще вот такой цвет. Посмотрите, горчички. Много не бывает. А вы как считаете, девочки? Так, ой, простите, волнуюсь. 823-63. Вам тут и медовые, и песочные. Ой, как мне нравится, я не могу. А вот этот цвет меня сегодня немножко удивил. Я не ожидала, что он будет нежнее, чем на фото. Такого цвета, по-моему, у нас еще не было. Он просто великолепен. Мне очень он нравится. Это цвет 823-60. Папати Ангора Кейк. Что сказать? Это Камгарн. Здесь, я думаю, да, и слова не нужны. Я ж все забыла, что хотела сказать. Посмотрите, какое тут платье. Хотя и можно вязать не только платье. Все, что хотите, можно связать из данной пряжи. Цвет 609. 200 грамм, 1100 метров. 80 акрила, 20 шерсти. Спицы 3-3,5.
Крючок 2. Девочки, ну посмотрите, какой цвет, а. Ну это же просто, просто пушка. Так, вот такой цвет, тоже такой. Можно сказать, что он к нейтральным может относиться. Хотя нет, я так не сказала. Такой прям пушистик, пушистый. Так, номер цвета здесь 601. Такой синий. Посмотрите, все оттенки, можно так сказать, да? А цвет это 605. Тоже, да? Смотрите, какой цвет. Сказка. 615. Такие вот переходы. При этом они не резкие переходы. И это радует. Так, и вот такой еще. Посмотрите, какой тоже. Очень мне нравится. Я не могу прям... Я говорю, даже слов нету передать вам, насколько они тактильно приятные. 610 цвет. И я вот прям получаю, конечно же, удовольствие, трогая их. Вот, смотрите, что у меня здесь еще в руках есть. Это семеновская пряжа Ирина. У семеновской фабрики очень много хорошей, качественной пряжи. У них бывают различные акции там в магазине. Если вы были на семеновской, вы понимаете, о чем я. Так, здесь у нас состав хлопок. Мерсеризованный 66% и вискоза 34 на 100 грамм 334 метра. Джинсовый 967. Аня, привет. Это твой любимый цвет. Счастье привалило. Причем Аня еще и решила вообще меня убить вот этим цветом. Она знает, как я к ним дышу неровно. И говорит, на тебе, подержи в ручках. Ну вот что с ней делать, а? Крючки спицы 2 и 3. Крутка идеально как для крючка, так и для спиц. Подойдет для вязания как новичкам, так и профессионалам своего дела. Ой, девочки, что-то я ее затрогалась. Вот прямо она мне, конечно, понравилась. Ну, раз я вам показала уже, да, Лидию, то я вам уже до конца и покажу. Это Лидия, 1613 метров на 100 грамм, 50 шерсти, 50 акрила, спицы и крючок 1,5-2. Подходит для вязания абсолютно всего. Так, цвет синий, темный меланж, 520-35. Такая ниточка прям. Мои сладкие пушистики. И вот такой еще цвет. Это цвет фрез 30. В общем, камера его, конечно, не передает. Вживую он гораздо симпатичнее. Это не серый, девочки, цвет. Не бежевый. Это, может, телесный какой-то. Ну, в общем, он такой прям интересный цвет. Я еще ни разу такой как-то не держала. Так, а теперь давайте я вас буду знакомить с Нака Боха. А, есть обычный Боха, а это Боха носочный. Скажем так, индиго цвет. Их разделили, то есть есть просто Боха, там другие немножко переходики, а это именно вот разделили почему-то. Или это наоборот уже идет новая этикетка, и они подчеркнули, что она отлично ложится в носках. Девчонки, кто видел эту новую этикетку и старую, жду ваших комментариев очень-очень сильно. Может, я просто путаю, и они поменяли действительно этикетку. Здесь 75 шерсти, 25 полиамида. Ну, в принципе, да. И 100 грамм 400 метров. Спицы 2,5-3,5 и крючок двойка. Можно стирать в стиральной машинке, девочки. Посмотрите, какая здесь температура стоит. То есть при 30 градусах. Супер. Так, 824,50 цвет. Ну, я, конечно, к Нака неровно дышу, особенно вот Боха мне нравится. Поэтому я ничего не могу сказать. И шапки можно, и кардиганы можно, не только носки вязать, и свитера, и джемпера. То есть все, что хотите, девочки. Такая вот она. Она и крючком вяжется отлично. Только если для вас она тонковата, то можно с чем-то скомбинировать, опять же.
А вот этот цвет вы посмотрите, а. Я не могу, у меня нет слов выразить вам, как я люблю такие цвета. Видите, как оно ложится в полотне. Это Sky and Mountain. Мунтян. Из меня, короче, англичанин, как и из некоторых балерина. Так, 824-46 цвет. Такой красивый. Далее идет не менее симпатюшный цвет. Вот такой он, девочки. Это Dancer. Такие. Супер просто. Не могу, я прям обожаю. 324-51. Далее у нас идет, посмотрите, это уже такой нежняш, скажем так, такой спокойный тон. Мистикл цвет такой. Очень нравится. Так, 824-52 у него цвет. Еще раз вам покажу. А вот это наша Рита решила, что ей нужен вот этот радужный моток. Рита, привет. Твой моточек у меня. Так, 824-43 цвет. Вот такой, смотрите, рейнбоу. Такой он прям. Интересно, интересно посмотреть его в изделии. И вот такой цвет еще. Тоже не менее интересный. Тут все цвета Прованса. Прям успокаивающий цвет. Purple Rain. Угу. Слава богу, муж далеко и не слышит, как я читаю по-английски. Он бы сейчас, я не знаю, но он бы очень сильно смеялся. 824-56. Кстати, как у вас дела с английским? Можете поделиться со мной, я не буду над вами смеяться. Потому что мой английский стремится к более-менее... Я не знаю, к чему даже. Каким-то базовым знаниям. Максимум. Так, и еще я вам сейчас покажу. Я только единственное не буду доставать ее с упаковочки, потому что мне нравится их упаковка, как они это все запечатали. Это Ернард Виолет по спецзаказу. Это прям я ее искала для девочки. Она решила, что она у меня ее уже брала, но она решила, что, возможно, ей может не хватить цвет. Здравствуйте, как ваши дела? Я и взяла еще одну. На одном складе не было, то есть я искала на втором, на третьем, и вот в одном месте только я нашла ее. 10,50 грамм, 282 метра, 100% хлопок. Так, спицы рекомендуются 2,5, крючок тоже 2,5. Обычный, стандартный хлопочек. Подходит для вязания всего. Даже можно скатерти, салфетки вязать. Такой вот цвет. Номер цвета 4660. Ну все, девули, я с вами прощаюсь. Желаю вам отличного настроения. Всего-всего самого хорошего. Здоровья вам и вашим близким. Целую. Пока-пока.